личный кабинет доступен через госуслуги. Достаточно ввести логин и пароль. Но если возникнут проблемы, можно обратиться за помощью в отделение МФЦ. Помощь в регистрации в системе оказывают как наши операторы окна, так же, соответственно, и специалисты портала. Зарегистрироваться на портале могут только собственники жилья. 60 на 15 при глубине более 5 сантиметров. Таковы параметры дорожных ям, при обнаружении которых они требуют ремонта. В этом году в базе данных в округе было более 3000 подобных выбоин. Еще недавно дворовая территория у 10-го дома по 5-му Борисовскому шоссе не соответствовала ГОСТу. Ям здесь было не так много, но жизнь они осложняли и пешеходам, и водителям. После проведенного ремонта от них остались только черные отметины. Удобнее стало ездить? Ну, слава богу, что-то сделали. Лучше, конечно. По ровной дороге всегда удобнее ездить. Удобно стало и водителям, и пешеходам после проведенного ремонта на улице Приветливой. Здесь заасфальтирован более протяженный участок 6000 квадратных метров. В рамках третьего этапа ремонта картами дворовых территорий. Наконец-то резиновые сапоги сменим на туфли с каблуками. Спасибо большое. Накануне в порядок приводили дворовую территорию комплексного центра социального обслуживания населения на Первой Московской. Здесь заасфальтировали около 120 квадратных метров покрытия. Делаем картами от 5 до 25 квадратов по городу Серпухов. Пока позволяет погодные условия, до минус 5 можем работать совершенно спокойно. Всего за сезон благоустройства в этом году в городском округе по программе ямочного ремонта восстановили асфальтовое покрытие на площади порядка 36 тысяч квадратных метров. Сделали ремонт в деревне в военном городке Сьянова-2, Фенина, в селе Липецы, в поселке Оболенск, поселок Большевик. Значительно больше, чем в прошлом году по объему. Проблема та же. Машины мешали нам делать свою работу. Хоть и были везде объявления, что будет проходить ямочный ремонт. Ямочный ремонт в округе можно считать завершен. Сегодня заасфальтировали последние в этом году 200 метров дорожного покрытия на улицах Советской 102 и Ленина 32 в поселке Большевик.